чем мой проект? У нас в стране существует умные дороги. У нас в стране есть большая проблема. Количество аварий, ДТП в городах наших на порядок больше, чем в Европе. У этой проблемы, оказывается, существует решение. Аварии не происходят равномерно по всему городу. Есть места, их в больших концентрациях. И полиции есть данные, где происходят аварии. Если эти данные проанализировать, собрать и показать на карте, мы сразу же эти места увидим. Эти места можно модернизировать, поставить новое освещение, поставить светофор, поставить отбойники. Таким образом, например, в Дании количество аварий уменьшили до нуля. Они просто исчезли как явление. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы в городе были активные граждане. Просто так этот проект не работает. Если мы рассказываем об этом проекте, и активисты городские к нему подключаются, то они очень такими простыми шагами могут улучшать свой город. Для этого они просто должны сами, без полиции, пока еще нету открытых данных, например, друг другу сказать, где какие места в городе. Вот, например, киевляне знают, где в Киеве постоянно происходят аварии. В Мариуполе, вот где сейчас усилиями активистов уже происходит этот проект, люди тоже знают, где происходит авария. Например, постоянно место вот такое ужасное. Для того, чтобы начать улучшать свой город, надо, например, в Киеве зайти на сайт 1551 и сказать, что есть вот такое место, там нужно увеличить освещение. Или еще вот что-то, да, то есть обсудить и предложить. Но это если это простой случай. Мариуполь недавно начал работать сайт Bisoft по аналогии с 1551. И там тоже до сих пор еще нет. Поэтому этот проект потянет организацию вот таких вот сайтов по территории нашей Украины. Есть еще один сайт. Можно сайт 1551? Есть еще один сайт, EVM.UA. Для чего он нужен? Он нужен для проектов, чтобы сессия мэрии приняла решение и там перекресток реально поменяли. Какие-то поставили сложные отбойники или еще чего-то. Можно рыбать, как будто есть опыт. В Мариуполе недавно прошла сессия, там есть активисты, и к этому сайту они подключаются. То есть сессия проголосовала, что они направляют письмо, подключаются к этому сайту. Теперь у людей появляется возможность не только решать какие-то вот дорожные проблемы, но и все остальные, они могут собирать петиции. Тоже тянет следующий шаг. То есть вот такой вот. Вчера Святослав Кузнецов написал программку, и теперь на любой сайт можно поместить вот по тому же Мариуполю, добавить данные, и любой город можно. И уже можно промонтировать это, или на Киев Smart City поместить, ну, киевскую часть. Mm-hmm. Вот это. Или вот ребята, которые представляли о полиции, да, проект. То есть я с ними переговорил, они сказали, что да, вот всю визуальную часть мы можем, все похоже. Я понял. Ну, надеюсь, удастся доукомплектовать команду.
Thank you for the presentation. It seems to be more of a social impact initiative or project. What is your monetization, business model, sustainability? Городский бюджет предусмотрен сумма для того, чтобы менялось освещение, то есть строились хорошие дороги. Этот проект не требует, каких-то вот дополнительных сумм. Это правильное использование средств. Спасибо большое.